В Липецке, как и по всей стране, сегодня отмечают День флага. Несмотря на ранний час, на площади Петра Великого собралось более 1000 горожан. У многих в руках российский триколор. Мы гордимся нашим флагом, нашим гимном, нашей страной великой, замечательной Россией. В Новой России 22 августа 1991 года триколор был впервые поднят над Белым домом. Хотя официальный указ о праздновании Дня флага Борис Ельцин подписал 3 года спустя. На площади Петра сегодня устроили исторический парад флагов, причем копнули организаторы довольно глубоко. Считается по преданию, что это первый российский флаг и имеет он название по службе послуг. А первый триколор выглядел вот так. Он появился при царе Алексее Михайловиче. Потом расположение полос менялось, на флаге был герб. Современный стяг представляет собой 3 равные полосы. Белый – это символ чистоты, красной – верности, синий – мужества. Желаю всем быть честными, открытыми, открытыми душой. С праздником, дорогие липчане! С днем флага России! Мы с вами вместе строим единую, сильную, экономически развитую Россию. Под флагом триколора мы должны с вами сделать так, чтобы грядущие поколения гордились нами, а наши предки оттуда, с небес, радовались за нас. Поучаствовать в праздновании Дня российского флага липчане могут еще и вечером. Сотрудники городских парков и домов культуры подготовили для горожан развлекательные тематические программы. Татьяна Ермишна, Вадим Купанчук, ТВК-новости.